Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 19 апреля. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Платониду. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «прозорливое». Небесной покровительницей ее является преподобная Платонида Сирская. Святая эта жила в III веке от Рождества Христова. С детства Платонида решила служить Господу и к сознательному возрасту получила сан диаконисы. Однако, стремясь к подвигам уединенной жизни, она оставила мир и удалилась в пустыню. Там со временем преподобная основала обитель для дев. Своею благочестивую и истинно подвижническую жизнью преподобная Платонида давала добрый пример для подражания сестрам. Святая сама составила устав обители, который отличался особой строгостью. Сестры вкушали пищу только один раз в день, и все свободное от молитвы время проводили в разного рода работах и занятиях, особенно в рукоделии. Но в пятницу, как в день воспоминания спасительных страданий и крестной смерти Господа за нас, все занятия в монастыре прекращались, и весь день посвящался только молитве и богомыслию. В этот день сестры с утра до вечера пребывали в храме, где в промежутках между молитвою слушали чтение и изъяснение Священного Писания. Святая была настоящим примером для сестер, потому что учила их не только словом, но и делом. Преподобная Платонида скончалась и отошла ко Господу от жизни сей временной, дабы радоваться вечно в обителях небесных. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравим Мефодия, Еремея, Петра, Прохора, Ивана, Яна, Якова и Севастьяна. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!